Здравствуйте! В эфире программа «Круг новостей неделя». Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Татьяна Захарян. Сегодня в нашей программе вы увидите. В Одессе продолжается бессрочная акция протеста «Стоп Стоянов». 3 апреля несколько сотен одесситов собрались на вече у памятника Дюку. Европейское лицо Одессы в представлении Геннадия Труханова. На месте старых дешевых будок поставить еще больше новых и дорогих. Улица Толбухина – позор одесской мэрии. Отремонтировать ее Геннадий Труханов обещал еще 2 года назад, к 70-й годовщине Победы. На улице Ришельевской, 13, открыли мемориальную доску писателю Георгию Голубенко. А теперь об этих и других событиях подробнее. Мэр Одессы Геннадий Труханов является совладельцем нескольких десятков офшоров и имеет паспорт гражданина России. Об этом говорится в расследовании программы «Следствие инфо», опубликованном журналистами Громадского ТВ. Расследование, в свою очередь, базируется на документах соответствующих компаний, переданных немецкому изданию «Süddeutsche Zeitung». «Капитан под триколором» – так назвали свой фильм расследования журналисты «Следство инфо», опубликовавшие свое расследование жизнедеятельности Геннадия Труханова на Громадском ТВ. Неизвестно, рассчитывал ли сам Геннадий Леонидович на то, что когда-нибудь факты его биографии получат широкую огласку, но тем не менее, как утверждают журналисты, мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российский паспорт. Также он контролирует немало бизнесов Украины – земельные участки, строительство офисов и жилья, ремонт дорог за деньги бюджета. Вот сфера интересов нынешнего руководителя Одессы, хотя в его декларации в разделе «Владение бизнесом» уже много лет стоит прочерк. Эти факты, базирующиеся на документах, обнародовал журналист «Следство инфо» Дмитрий Гнаб. Как ему удалось выяснить, после того, как Труханов стал властью, группа «Рост» стала получать больше всех бюджетных денег на ремонт дорог в Одессе. Сам Геннадий Труханов через виргинские офшорные компании контролирует различные части этой группы, которые занимаются не только ремонтом дорог или строительством сверхдорогого жилья, но и, например, строят квартиры для среднего класса, сообщает «Следство инфо». Но и это еще не все. В материале опубликованы этапы биографии Геннадия Труханова с момента старта его карьеры, которую начинал еще будучи охранником. Как выяснили журналисты, Труханов с друзьями открыли охранное агентство «Капитан». Поэтому прозвище «Капитан» закрепилось за Трухановым на долгие годы. Капитану и его команде повезло. Как утверждает «Следство инфо», их клиентом становится Леонид Минин, один из самых влиятельных персонажей криминальной Одессы. Минин контролировал Одесский порт и перевалку оружия через него. По данным досье итальянской полиции, на которую ссылается «Следство инфо», в этой одесской группировке было несколько ключевых лиц, кроме самого Минина, его правая рука Александр Ангерт по кличке Ангел, Александр Жуков, который занимался финансами, а также Геннадий Труханов, который был личным охранником Минина, страхование, строительство загородных коттеджей, юридические услуги. Журналисты насчитали более 20 предприятий, связанных с одесским мэром и его ближайшим окружением. Но самое интересное, что во всех регистрационных документах Геннадий Труханов указан не как гражданин Украины. Как утверждает «Следство инфо», он имеет другую регистрацию – русскую. Московская область, город Сергиев Посад, улица Парковая, 5. Как сообщает украинский интернет-издание со ссылкой на пресс-службу СБУ, вышеперечисленными фактами там заинтересовались. Во всяком случае, пресс-секретарь Елена Гитлянская сообщила, что проверка Геннадия Труханова может занять несколько дней, и пообещала опубликовать результаты проверки. Сам же Геннадий Леонидович, комментируя вышеизложенные факты собственной биографии в интервью газете «Сегодня», заявил, цитируем, «Это поток лжи и неудачная первоапрельская шутка». Так это или нет, покажет время и, конечно, обещанное расследование Службы безопасности Украины. Информацию о том, что городской глава Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство, впервые обнародовал еще 2 года назад экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц. Так что на самом деле эта новость сенсацией для самих одесситов не стала. Тем не менее, по какой-то причине тогда эта информация была полностью проигнорирована соответствующими органами. Почему, пояснил сам Эдуард Гурвиц в интервью, которое он дал накануне радио «Свобода».
Эдуард Гурвиц был первым, кто еще 2 года назад обнародовал данные о российских паспортах Геннадия Труханова. Однако тогда к этой информации соответствующие органы не отнеслись серьезно. Или, скорее, серьезно отнеслись к тому, чтобы она, информация, наоборот, не имела никаких последствий для самого Геннадия Труханова. Тем не менее, она была подтверждена экземплярами документов из Российской Федерации о том, что Геннадий Труханов имеет 2 российских паспорта, первый из которых получил в Буйнакске, когда отходил оттуда с армии в 1992 году, а другой получил в 2002 году в Сергиев-Посаде. Об этом рассказал Эдуард Гурвиц в интервью «Радио Свобода». Мы получили информацию непосредственно из первых рук. Ми отримали інформацію безпосередньо з перших рук. У Буйнакську отримали довідку з адресного столу і паспортного столу. У мене всі ці документи в перших екземплярах є. Виписки всі. І в Сергієвому посаді отримали довідку з усіма печатками. Все, що ми тоді говорили, воно все тепер підтвердилось. Лише додалося те, що Труханов реєстрував всі ці офшорні компанії саме як громадянин Російської Федерації. Цього документа якраз у нас не було. Ми тоді всі ці папери доклали до запиту. І 28 депутатів Верховної Ради відправили у всі інстанції цей запит із тими документами, які сьогодні оголошують як сенсації. Напомним, тогда же 28 народных избранников подписали обращение и к президенту Украины Петру Порошенко, и в соответствующие органы СБУ, МВД, прокуратуру, но там, к сожалению, не отреагировали. Естественно, возникает вопрос, почему тогда это дело не хотели рассматривать, игнорировали, а сейчас взялись? В СБУ прекрасно знають, що Труханов має 2 паспорти. У них всі ці дані є. У них є схема польотів Труханова до Російської Федерації. Вони в мене теж є, всі ці документи. Тому що вони грають у підлу темну гру з російськими олігархами, бізнесменами та різними людьми, котрі є дахом Труханова. Це стосується і найважливішого об'єкту, про який зараз майже не говорять, терміналу в Одесі, так званого сухого порту. Це стосується ще багатьох речей, котрі пов'язані з впливом в Росії людьми з бізнесу і з бандитського світу. І в справах Труханова брала участь як представники російських бандитських структур, так і наших. Эдуард Гурвиц считает, что Одесса остается важным центром Украины, интересующим Россию, является передовой борьбы с сепаратизмом. И потому заняться этим делом должны и президент, и силовые структуры. Все, и президент в первую очередь. Всі, і президент, у першу чергу, і СБУ, і прокуратура, і міліція, всі ті, хто покриває цих людей, хто з ними співпрацює. Це велика проблема, коли правоохоронні органи співпрацюють, і не просто співпрацюють, а мають свою частку з цього. Вони повинні відповідати разом із Трухановим. Стоит отметить, что корреспонденты Радио Свобода пытались связаться с одесским городским головой по телефону для того, чтобы получить его комментарий. Однако телефон одесского мэра был отключен. Одесская областная государственная администрация просит президента Украины Петра Порошенко и правоохранителей безотлагательно проверить достоверность информации из так называемого Панамского архива о мэре Одессы Геннадии Труханове. Об этом говорится в официальном обращении пресс-службы областной администрации. Одесская ОГА официально обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой провести полный комплекс мероприятий по проверке наличия гражданства других стран у мэра Одессы Геннадия Труханова. Соответствующее письмо было размещено на сайте областной администрации в минувшую среду. В частности, в обращении говорится, 4 апреля текущего года на региональных и общегосударственных средствах массовой информации со ссылкой на иностранные источники была распространена информация о наличии у одесского городского головы Геннадия Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и его участие непосредственно через аффилированных лиц в создании офшорных компаний на территории Панамы и Британских Виргинских островов, которые в последние годы выполняли ремонтные и другие работы за счет средств бюджета города Одессы. Учитывая чрезвычайный общественный резонанс и значимость обнародованной информации, которая в случае ее подтверждения будет свидетельствовать о грубых нарушениях Конституции, антикоррупционных, избирательных и других актов законодательства Украины, Одесская областная государственная администрация обращается к президенту как гаранту Конституции Украины и руководителям правоохранительных органов государства с просьбой безотлагательно провести проверку достоверности распространенных СМИ сведений, дать им надлежащую правовую оценку и о результатах сообщить областной государственной администрации и общественности. В свою очередь, Одесская областная государственная администрация также обязуется немедленно информировать одесситов и жителей области о результатах проверки достоверности распространенных сведений, сказано в заявлении пресс-службы ОГА.
В Одессе у стен прокуратуры продолжается бессрочная акция «Стоп-стоянов». Там активисты установили палатки и круглосуточно дежурят, чтобы не дать выйти на работу новому старому прокурору Николаю Стоянову. А в воскресенье 3 апреля у Дюка по традиции снова собрались евромайдановцы. Собрались для того, чтобы сказать свое «нет» возвращению одиозного силовика. Возвращение старого прокурора стало поводом для возвращения старой традиции сбора евромайдановцев у памятника Дюку. В минувшее воскресенье около 300 одесситов пришли, чтобы высказать свой протест против назначения одиозного Николая Стоянова в кресло главного прокурора области. После революции гидности, когда идет война, я даже не говорю о том, ставить в Одессу человека из прошлого режима, ставить в Одессу человека, который покрывал Маркова, ставить в Одессу человека, который имеет здесь, скажем так, достаточно крупный ресторанный бизнес, ну это да, это таки плевок в лицо одесситам, но радует одно, что теперь одесситы не глотают то, что на них плюют, а готовы до конца отстаивать свои интересы. Акция протеста продолжается около недели. Тем не менее, и власть, и многие СМИ буквально замалчивают происходящее в нашем городе. Кому-то слишком невыгодно, чтобы Украина знала о законном беззаконии, которое творится сейчас в Одессе. Но люди ждут, в первую очередь, реакции главы государства. Понимаете, реакция власти, реакция Порошенко – это самое главное, о чем вообще идет речь. Потому что мы все-таки еще надеемся на какую-то адекватность. Вы пометили, что влада повністю цілком ігнорує цей протест. Ніякої реакції офіційної немає, ні від президента, взагалі ні від жодної офіційної особи. Центральні ЗМІ ігнорують цей протест. Це ще одеські ЗМІ патріотичні показують, а далі все глухо. Самі активісти говорять, ми готові на многое. Да, майдановцы не хотят силовых методов, но и плевать на мнение горожан не позволят. Потому акция протеста бессрочная. Потому и дежурят они под стенами прокуратуры, который день и которую ночь. Власть на самом деле сейчас допустила ошибку. Это была просто та последняя капля, это был тот, ну, скорее всего, капля бензина, которая воспламенила опять общество Одессы. И на самом деле ситуация весьма опасна. Евромайдановцы уверены, назначение прокурора, олицетворяющего собой старые коррупционные схемы и связи, не что иное, как попытка реинкарнировать режим Януковича. Пусть без самого Виктора Федоровича, но его систему. Мы видим, что старые схемы не пытаются сюда внести. Мы видим, что никто из них не ответил за те преступления, за то разграбление города, разграбление бюджета, за нагнетание ситуации. Начиная где-то с 2006 года. И они пытаются вернуть нам сюда вот этого вот одиозного Стоянова, который, кроме того, что многие знают о его коррупционных действиях, и пресса неоднократно об этом писала, он есть тем человеком, который причастен напрямую к Игорю Маркову. Он закрывал на него дела, когда его можно было бы поставить на место, и многих неприятных ситуаций в Одессе можно было бы избежать. Весной 2014 года и раньше. Прокуратура должна быть честной, а не крышевать преступный бизнес. Потому главная задача акции – добиться проведения честного и прозрачного конкурса на должность главного прокурора области. После вечи собравшиеся маршем прошли к зданию прокуратуры, чтобы продолжить акцию, уже получившую в Одессе название «Прокурорский Майдан». Два ложных сообщения о минировании в течение 3 часов поступило 6 апреля в Одесский хозяйственный суд. Кто звонил, неизвестно, но совершенно ясно, сделали это с одной целью – сорвать заседание по иску городского совета к авторынку «Успех». Своим существованием мелкие предприниматели мешают крупному бизнесу загребать миллионы. Городская власть всеми способами пытается уничтожить автомобильный рынок «Успех». Для придания рейдерству видимости законных действий мэрия затеяла судебную тяжбу. Но, очевидно, в команде Геннадия Труханова не ожидали такого дружного и массового протеста. В очередной раз у здания хозяйственного суда собрались несколько сотен предпринимателей. Им отступать некуда. Потеряв рынок, они лишатся куска хлеба. У митингующих нет сомнений. Мэр Одессы выполняет заказ крупного бизнеса и сам участвует в деле. Плакаты и выступления участников пикета – открытое обвинение местной власти. Пока оно звучит на улице, но, возможно, когда-нибудь мы услышим и официальный приговор городскому главе и его подчиненным. Власть блюдет свои интересы, блюдет власть чиновников и власть олигархического капитала. Ложь
коррупция, взяточничество – это лицо нынешней власти. Предприниматели строили рынок сами и обладают правами собственности на всю недвижимость. Это единственное препятствие, которое мешает городской власти прогнать их и отдать землю под застройку. Мэрия не продлевает договор аренды земли, ссылаясь на то, что вопрос о праве собственности на недвижимость остается открытым. И параллельно атакует в судах, пытаясь доказать, что право собственности получено незаконно. Хотя до этого было два решения, два разных суда, которые подтвердили, что это право собственности законно. Уверенности в победе у мэра нет. И теперь Думская площадь заинтересована в затягивании дела любой ценой. Людей пытаются взять измором. Заседание было назначено на 14:30. Перед самым началом поступило первое сообщение о минировании здания суда. Минирование сейчас всех выводят из суда. Как и положено, всех начали выводить на улицу. Но, как ни странно, судьи остались в своих кабинетах. Так, как будто заранее знали о ложном звонке. Около 2 часов взрывотехники искали мифическое взрывное устройство. Результаты поисков можно было предугадать. Нет, ничего. Нет. Долгожданное заседание наконец началось, но оказалось коротким. Представитель рынка ходатайствовала о переносе процесса на некоторый срок, пока в других судах не завершится рассмотрение дел, связанных с конфликтом. Судья Юрий Шаратов отказал, и тогда сторона ответчика потребовала его отвода. Для этого были серьезные основания. Он скасовал первое свидетельство о праве собственности рынка «Успех». Это было основополагающим решением. То есть это решение теперь легло в основу всех остальных исков, с которыми прокуратура и горсовет обращаются в суды. Для вынесения решения об отводе самому себе судья удалился в совещательную комнату. Совещаться наедине с самим собой. Такие вот чудеса правосудия по-украински. Весь этот юридический театр абсурда существует на законном основании. Решение об отводе судья тоже рассматривает единолично. Если ранее законодательство предусматривало, что это делал председатель суда, да, то теперь судья сам вправе решить, упреджено он відноситься до данной справы, або не упреджено он відноситься. Да. В ожидании судьи прошло еще 40 минут. Вместо решения участники заседания услышали сообщение по внутренней связи. Будивля заминована. Это издевательство вызвало естественную реакцию людей. Во второй части фарса участников заседания снова эвакуировали из будто бы смертельно опасной зоны. Расходиться никто не собирался, хотя именно этого, очевидно, и ждали организаторы минирования. До конца рабочего дня оставалось 30 минут. Если взрывное устройство снова искать как положено, заглядывая во все уголки, завершить заседание будет уже некогда. Сейчас мы являемся заложниками ситуации, когда судья должен выйти с определением, принимает ли он ходатайство или отказывается от отвода. Но так как сторон сейчас в зале нет, скорее всего, судья выйдет и скажет: стороны, где же вы? Я вышел с решением. Такого цирка мы наблюдаем первый раз, но это нас не удивляет. Предприниматели остались дожидаться решения. Позднее пресс-служба рынка сообщила, судья огласил свой вердикт в пустом зале будто бы заминированного здания. Как и следовало ожидать, он отклонил ходатайство об отводе и оставил самого себя вершить правосудие именем народа Украины. Назначено следующее заседание. Каков бы ни был итог процесса, это только очередной этап противостояния. Что выиграет городская власть? Там, кажется, не понимают серьезности положения. Предприниматели пойдут до конца. И козни чиновников лишь подталкивают людей к более активным действиям. В нынешней политической ситуации любое столкновение может разжечь масштабный конфликт. Одесская мэрия закрывает глаза на реальность и продолжает раскачивать лодку. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг». В Одессе у чиновников новая мода – проведение субботников. Правда, речь идет не только и не столько об уборке территорий, сколько о высадке молоденьких саженцев. Как выяснилось, это прекрасный повод попиариться городским руководителям, чтобы на фоне высаженного деревца громко объявить о своей небывалой любви к природе в целом и городу в частности. Ну а пока одни чиновники коллективно сажают саженцы, другие чиновники не менее массово освобождают городские улицы от взрослых зеленых насаждений.
чем уже который месяц ведет борьбу общественная организация «Зеленый лист». Более того, у общественников появилась надежда на то, что коммунальщики их наконец-то услышат. В свете весьма неспокойных событий, происходящих сейчас в нашем городе, как-то совсем незаметно прошла новость о том, что общественникам из «Зеленого листа» удалось наконец найти общий язык с коммунальщиками из горзелентреста. Напомним, «Зеленый лист» — это та самая организация, которая не просто проводила массовые акции протеста против уничтожения зеленых насаждений, но и активисты которой сами высадили сотни деревьев на Французском бульваре. А теперь еще и следят за тем, чтобы в Одессе прекратилась массовая вырубка деревьев под предлогом их ветхости. И чтобы коммунальщики имели на проведение таких работ соответствующие документы. Минимальный набор – это удостоверение личности сотрудников горзелентреста, это ордер на спил, на валку дерева, и это, значит, документ, акт на выполнение работ с указанием конкретного адреса. Общественники требуют введения моратория на так называемую омолаживающую обрезку деревьев. Нас не устраивал подход омолаживающей обрезки под шнурок, когда все деревья, в общем-то, независимо от того, что это за порода дерева, независимо от того, где она находится, просто под шнурок обрезались по одной высоте. Отдельно, конечно, стоит поговорить о борьбе с тополиным пухом, которая в нашем городе обрела какие-то странные формы путем вырубания самого дерева. Это прямо как в том анекдоте, когда от головной боли спасаются с помощью гильотины. Только в отличие от анекдота, все происходящее совсем не смешно. В департаменте экологии уверяют, деревья не вырубаются, а омолаживаются. Мы их омолодили, мы обрезали, ни в коем случае не уничтожили. Уничтожаются только те деревья, которые пришли в негодность и, не дай бог, падают людям на головы. Для этого есть комиссия. Туда входят и представители области, департамента экологии, зелентреста. Это специалисты, которые четко разбираются в веке этого дерева, в состоянии его и насколько оно пригодно. Поэтому ничего просто так не удаляется. И тем не менее, деревья удаляются, начиная с Французского бульвара и заканчивая вырубленными под предлогом благоустройства, потёченным мостом и на радиорынке деревьями. Более того, Владислав Болинский ведет свой счет погибших, вернее, нагло вырубленных зеленых насаждений, вырубленных просто в угоду кому-то. Естественно, те деревья просто уничтожены. Также возмущает ряд фактов подрезки под заказ. Понятно, что это те же специалисты горзелентреста, но я просто факты сейчас подбираю, когда деревья подрезаются аккурат под то, чтобы... Нет, под павильоны, да, это одно, когда они уничтожаются. И когда они обрезаются, чтобы не загораживала крона, не загораживала рекламная конструкция. Это, в общем-то, выглядит достаточно ужасно. В последнее время городской голова любит появляться на субботниках в обнимку с лопатой на фоне саженца. Насколько деревьев, по милости Геннадия Леонидовича, уже погибло и еще погибнет в борьбе за полное преображение Одессы в духе самого мэра. Сделать Одессу сплошным базаром – истинная цель так называемого плана преображения города. Обещания Геннадия Труханова навести порядок и придать улицам европейский вид оказались обманом. На деле все сводится к обычной коммерции. Приближенные к власти бизнесмены набивают карманы. Деньги, деньги, деньги. Как можно скорее и больше. Пока есть откуда брать, и ничего за это не будет. А то ведь завтра, кто знает, погонят из кабинетов и прощай, кормушка. Для чиновника такое хуже смерти. Вот и строят, где только остался свободный клочок земли. На первой станции Люздорской дороги снесли несколько старых будок. Местные жители уже подумали, что восстановят уничтоженную когда-то зеленую зону. Тут, возле загазованного перекрестка, газон был бы как нельзя более кстати. Напрасно надеялись. Вместо маленьких будочек возводят большие павильоны. Поднимут аренду и потекут денежки. Сначала в глубокие карманы здесь, а потом в какие-нибудь офшоры. Так хотели, что тут будут цветочки посажены, а одни будки сняли, а другие поставили. Ну разве так можно? Это не благоустройство нашего родного города. Я думала, что здесь посадят цветочки и поставят скамеечки для людей. И люди будут здесь спокойненько отдыхать. Вот именно, одни выбросили, а эти застраивают. Так красивее ж, когда ничего нету, правильно или нет? Ну и все, скажите, чтобы этого не делали. Ой, ужасно. Мы думали, цветочки будут какие-то тут будут. Ну, зелень какую-то. Смотрите, дорога-то, крест. И мы вот эту гадость сюда ищем. Ну и это для чего? Для кого?
Наши чиновники любят говорить: критиковать все умеют, предложите что-нибудь получше. Если газон с цветами не лучше будок, вот вам другая идея. Это кто-то зарабатывает с начальства деньги. И все. А здесь бы надо поставить небольшой домик. Все коммуникации есть. Выдайте любой строительной компании, чтобы они поставили, ну, тут, ладно, 7 этажей хотя бы. Первый этаж пустите на торговлю. Выше этажи пустите детям-сиротам, которые в этом году 600 человек, около 600 человек заканчивает. И до своей смерти они не получат комнату. И еще около 500 стоит на очереди. Квартиры сиротам. Что может быть важнее? Для нормального человека это очевидно. Да кто же будет строить такой дом в Одессе? На добром деле ничего не заработаешь. Нет, лучше будки, и торговать, продавать, реализовывать, чтобы монеты звенели, купюры шуршали, а чиновники толстели и строили себе скромные особнячки на островах. В тех самых скандальных офшорах, о которых сейчас вдруг снова заговорили. И одесское начальство в этих делах тоже упоминается. А начинается все с маленьких денежных ручейков, которые текут из таких вот будочек, превращаясь в полноводные грязные реки. Александр Виноградов, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг». Когда мэр Одессы что-нибудь обещает, не торопитесь верить. Заканчивается предвыборная кампания, почти все обещания уходят в небытие. Особенно если речь идет о ремонте дорог. У городской власти всегда находятся объективные причины нарушить свое слово. Есть в Одессе улицы, рассказывать о которых уже надоело. Но, к сожалению, приходится. Так же, как живущим здесь людям, приходится по ним ездить и ходить. Улица Героя Советского Союза, освободителя Одессы от нацистской оккупации, маршала Федора Толбухина, давно стала непроездной. За последние 2 года мы тут были по меньшей мере 5 раз. Нельзя сказать, что городская власть не слышит местных жителей. И слышала, и видела, и обещала. Причем неоднократно. Главный хранитель патриотических традиций и почитатель ветеранов Геннадий Труханов заверил народ: дорогу отремонтируют. И даже назвал сроки. Я тут живу, я каждый день еду. Туда не еду, хоть и нарушаю. Потому что там невозможно дальше проехать, это можно пробить машину. Ну вот мэр наш города обещал в том году, к 9 мая, улицу имени генерала Толбухина отасфальтировать к 70-летию Победы. Ну, видно, у него еще не наступил этот день. Ужасно. От начала Толбухина и до конца. Тем более, что Труханов обещал, что эта дорога будет сделана. И она в плане. Ну, вот это уже очень давно вот это. Зимой здесь вообще нельзя проехать. Так что, конечно, надо делать дороги. Ездить невозможно. Я уже тут колеса оставил 2 раза. Я лет 5 здесь катаюсь. Невыносимо. Очередная годовщина Победы приближается. У жителей улицы Толбухина есть повод напомнить мэру о его обещаниях. Поздравлять ветеранов – одно дело, и совсем другое – привести в порядок совершенно убитую дорогу. А то ведь сюда скоро ни полиция, ни скорая помощь проехать не смогут. Если что случится, спасайся сам, как умеешь. На асфальт у мэрии денег нет. Вот плитку положить там, где все увидят – это пожалуйста. Кто ее производит, в чей карман текут деньги от плиточного мощения, каждый одессит уже знает. Проезжую часть нужно покрывать только асфальтом. Тут другие производители, очевидно, далекие от городской власти. Так что на улице Толбухина ждать ремонта будут еще долго. Возможно, до того времени, когда в городе сменится власть. Александр Виноградов, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг». Без знания английского языка сегодня никуда. Одесса, которая сильна своими морскими традициями, знает это как никто. Уже в 4-й раз крюинговая компания V-Ships Ukraine совместно с училищем имени Маринеско дает возможность каждому учащемуся этого учебного заведения продемонстрировать, что именно он достоин пройти плавпрактику в компании. Нужно всего ничего – показать лучший результат на Олимпиаде по английскому языку. Всего в нынешней Олимпиаде по английскому приняло участие около 40 курсантов, которые обучаются в училище Маринеско.
Сначала они прошли внутренний отбор, а потом тех, кто показал лучшие результаты на Олимпиаде, ждет собеседование. Мы не говорим о том, что это только первое или второе место, потому что среди ребят могут быть и 10 человек, которые действительно хорошо знают английский язык. Поэтому это, я считаю, что такая стадия селекции в мореходке, чтобы потом мы уже подготовили кадета для сдачи экзамена теста по английскому в нашей компании. Однако конкуренция не маленькая. Только в прошлом году в качестве кадетов в V-Ships Украина было обкатано около 500 человек. И более 150 потом вернулось в компанию уже в офицерских должностях. Так что на удачное стечение обстоятельств при сдаче работ рассчитывать не стоит. Впрочем, преподаватели училища заверяют, их подопечные воспитываются соответственно. Надежда только на собственные силы, на свой упорный труд. С морем по-другому нельзя. Тем более, что и требования к знанию языка постоянно повышаются. Часто родители задают вопрос, как мальчику кадету уйти на практику. Я говорю, а как вот знание английского языка? Ну вот так. Но если вот так, то ни на какую практику он уже уйти не может. Компания V-Ships выступает спонсором не только мореходного училища, а и ряда других учебных заведений, морской академии, колледжа технического флота, насколько я знаю, в плане развития материально-технической базы. То есть целевым образом выделяются средства на приобретение тренажерного оборудования, компьютерных классов мультимедийных, в том числе и для изучения английского языка. Парни-курсанты о необходимости знать английский язык хорошо понимают. Кто-то готовится самостоятельно с родителями, кто-то ходит к репетитору, как советуют преподаватели, кто-то учится по онлайн-технологиям. Все с углубленным изучением английского языка по специальности. Тем более, что цель – заветная плавпрактика. И дальше – карьера, только в рост. Третий тур – это собеседование с представителями V-Ships. И там, я думаю, будут технические, там вот это все по технической части. V-Ships, ну, это довольно-таки крупная компания в Украине. И они уже давно в море, показали себя хорошо. И я, собственно, хочу уйти в практику в этой компании. Хочется, все-таки пришел в море, хочется уйти, поэтому... Да, было бы здорово выиграть и уйти в рейс, тем более от V-Ships, потому что слышал, что очень стабильно и достаточно известная, хорошая компания. Они с моря, с рейса возвращаются совершенно другими. То есть как бы до этого, до большой практики, до работы на судне практической, это еще все-таки дети, они все-таки еще после школьной скамьи, возвращаясь из моря, это уже взрослые, состоявшиеся люди, мужчины, которые достойны занимать какую-то должность командную. Мы не только отбираем кадетов и берем их на практику и трудоустраиваем потом. Конечно, мы оказываем еще спонсорскую помощь для того, чтобы морские учебные заведения могли на достаточно высоком уровне обучать курсантов. Крюинговая компания V-Ships Украина будет продолжать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми одесскими образовательными учреждениями морской сферы. Анатолий Косин, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг». 8 апреля в Одессе стартовала почетная вахта памяти 2016. По традиции церемония открытия состоялась на Аллее Славы у памятника неизвестному матросу. Первыми на несение почетной вахты памяти в почетный караул заступили ученики первой гимназии. Накануне 72-й годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков на Аллее Славы вновь возобновил несение почетного караула пост номер 1. В этом году первыми заступили ученики первой гимназии. Открытие прошло в торжественной обстановке. Было видно, что ребята задолго готовились к церемонии. Потому и марши, и показательные выступления почетного караула прошли, что называется, на ура. Кроме официальных лиц, в лице главы и его замов, на торжественную церемонию пришли обычные одесситы, в том числе и те, кто защищал нашу землю, те, кто знает, что такое хоронить своих товарищей, те, кто хочет, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война, те, кому сегодня дети дарили цветы и благодарили за то, что Одесса – свободный город. Красиво, очень красиво, молодцы. Им можно доверять все. Есть надежда на хорошее будущее? Я только надеюсь на хорошее. И хочу, чтобы они жили лучше, чем я. Чтобы пройти так красиво, ребята готовились не один день. Было видно, что каждому из них на самом деле почетно нести караул на главной аллее нашего города. Потому и звучали слова благодарности в адрес наших дорогих ветеранов от чистого сердца. Понимаете, к сожалению, сейчас все так принимают формально, но остались школьники, для которых пост номер 1 – это не просто формальность, это
как мы отдаем просто честь людям, которые нас защитили, защитили наше будущее, наше счастье, нашу возможность жить лучше и вообще просто жить, существовать. Но рядом стояли те, у кого право нести почетную вахту еще впереди, ученики младших классов. И потому смотрели они на своих старших товарищей немного с завистью. Мы пришли возложить цветы на памятник неизвестному матросу. А в честь чего? В честь освобождения Одессы от фашизма. Уже в это воскресенье Одесса будет отмечать день своего освобождения. Наверняка в этот день будет звучать много громких и пафосных слов, особенно от наших чиновников, вспоминающих о существовании ветеранов и стариков только по праздникам. Между тем, грустная цифра. Ветеранов Великой Отечественной войны сейчас в нашем городе осталось только 11. Они уходят. Поэтому давайте еще раз успеем сказать им свое спасибо, пока есть кому говорить. В Одессе появилась мемориальная доска памяти прекрасного одесского писателя, соавтора юморины, драматурга, сценариста, подарившего Одессе множество прекрасных пьес и рассказов Георгия Голубенко. Памятная доска появилась на доме по адресу Ришельевская, 13, где жил и работал выдающийся одессит. Это именно он посвятил любимому городу потрясающую книгу рассказов «Рыжий город». Это именно он стал одним из создателей одесской юморины, превративший наш город в столицу юмора. Это именно он нес свет и тепло в своих произведениях, освещая и согревая сердца и души читателей. Ибо только он мог так трепетно, так светло и тепло говорить о любимой Одессе, городе, поцелованном Богом, городе, которому он придумал имя «Улыбка Бога» – Георгий Голубенко. Сегодня, конечно, и печальный день, но очень правильный. Одесса вспоминает одного из самых талантливых своих сыновей – Гарика Голубенко. В Одессе на фасаде дома номер 13 на улице Ришельевской появилась мемориальная доска. Именно здесь жил и работал юморист. Автором памятного знака выступил известный одесский скульптор Михаил Рева. Гарик для меня очень многое значил, потому что это мой учитель. Это человек, который знал самое главное. Он знал тайну этого города. И этой тайной он делился в книгах, со мной в беседах разных. И поэтому это такая малость, что я мог сделать для того, чтобы память о нем прошла дальше, другим поколениям. Почти каждый из тех, кто пришел на официальное открытие памятного знака, был хорошо знаком с Георгием Голубенко. Общались с ним лично, дружили, работали. И, конечно, те, кто благодаря его произведениям навсегда полюбил Одессу – Георгия Голубенко. Я счастлив только в одном, что я был знаком, что я продолжаю быть знаком с Гариком. Я счастлив, что он попросил меня сделать фотографию на его книгу «Рыжий город». И вот там вот авторская фотография, это моя. Вот, знаете, вот это было большое счастье для меня. Мы очень любили Гарика, мы любили всю его семью. Мы много лет с ним дружили, встречались. Он с Борисом Давыдовичем очень много общался и работал вместе. И все было у нас вместе. Так что мы друг друга очень любили, и нам, конечно, очень его не хватает. Мемориальная доска – это самое малое, что может сделать Одесса для своего любимого сына, когда-то сумевшего выразить словами саму душу города. Одесса – это не просто город, это улыбка Бога. Давайте любить и беречь этот поразительный город, построенный из рыжего камня, купающийся в ослепительно-рыжем солнце. Этот рыжий город, дарящий людям юмор, а значит, надежду и оптимизм. Такой увидели эту неделю наши корреспонденты, а нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Увидимся.